Я не знала, что ты умеешь делать шпагат. Я не умею. Получается, умею. Но это объясняет, почему мне сегодня больно ходить. Нет, это другое видео, смотри. Правильно. Но надо было сначала удалить сторис. Мы должны расстаться. Дело не в тебе, дело в нас. Мы не умеем себя контролировать. Идочка, но нам же было так весело вместе. Катя, мы вчера проснулись в Воронеже в собачьей будке. Я помню. Перестань. Соседи тебя называют Катя Синяя Яма, а меня Иришка Чики-Пики. Ну, вы правда похожи. Катя. Поняла. Прощай навсегда. Что ты делаешь? Ну, как с бывшим. Прощальный поцелуй. А поехали в Воронеж. Все, мы в Синей Яме. Частичка «не». Ты пьяная и «не». Звоню бывшему. У меня новый парень, а ты «не». Завидую. Ты в караоке и «не». Знай боли, не знай слез. Молодец. О! Кто это? Катюша, звонок для учителя. Это мой новый парень. А нет, это курьер. А как пишется Жиши? Катюш, во-первых, Живанши, во-вторых, как покупается, так и пишется. Поняла. Никак. Никак. Все, я больше не могу, я не могу, я умираю. Катюша, ты голодаешь всего 3,5 минуты. Да я сижу на одном рисе. Во-первых, слезь. Нам его еще есть. Во-вторых, закрой глазки и представь, что ты ешь что-нибудь очень вкусное. Катюша, что это? Я очень люблю мозговую кость. Катя, у тебя не получится правильно питаться. Почему? Я же уже правильно питаюсь через рот. Я умываю руки. Точно. Катюша, что ты делаешь? Умываю руки, прежде чем съесть мозговую косточку. Я пойду сварю нам риса. Кажется, ты правда переголодала. О! Может... Стаси. Может? Да. Ну, но мы леди. Родная, это кто? Ты вчера говорила, что твой суженый. Действительно, довольно суженый. Мужчина, вам пора домой. Вы у меня дома. Тогда вызовите нам такси. Пожалуйста. Из Адлера? Приятного аппетита, милая. Спасибо. Как его звали? Я не помню. Ой, хуйня. Перестань. Понял. Алло. Выезжаем. Не нагнетай. Это брать? Брать. Push me.
and then just touch me till I can get my satisfaction. Боже, какой красивый номер, как все чисто, как опрятно, как приятно. Разложу аккуратно свои вещички и в кои-то веки буду жить не как свинота, а как настоящая принцесса. Да как? Суши. Суши? Я так волнуюсь, потому что у нас в гостях настоящий профессиональный скандалмейкер. Очень известный в узких кругах. Каких узких? Ты другую ересь не могла сказать? Вы что, гоните, что ли, все? Где главный? Главного позовите, я ему сейчас этот узкий круг, его узкий круг-то засуну, блин. Ну, лучший. Алло, привет, я Ида Галич. Вот такой вот у меня костюм. Ой, какая мягкая ткань. И оп! Па! И колено теперь заболело. Интересно, я утюг выключила. Пойду проверю. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. До чего же мне идут леггинсы? И Леонтьев! Это я иду, это я бегу. Это лучший мой ракурс, чтобы бывшие скидывали огонечки. Это я танцую. Или это сердечный приступ? Нет, вроде танцует. Ой! Да! Наклеечки собирайте, все. Считаем, пожалуйста. Так, у нас свежий завод был. Смотрите, свежий брокколи. Рекомендуем в магазине. Берем, да? Брокколи, пожалуйста. Мария, для мамы. Для мамы брокколи. Для мамы брокколи возьмете, понятненько. Сейчас для посчитаю. Мамы тортик. И для мамы тортик. Так, ну с вас 300 зайчих рублей, мужчина. Это не мой тортик, а это маме. Ой, смотрите, мама будет счастлива. Давайте денежку. Картой будете оплачивать или наличкой? Денежкой. Давайте. Моя жизнь.